Наша съемочная группа сегодня вышла на улицы города, чтобы узнать, как горожане соблюдают обязательные требования самоизоляции. Людей на улицах стало заметно меньше. Радует то, что все относятся к проблеме с пониманием. Но есть и те, кто не может остаться дома. Дома, каждый день дома. Вот этот кредит уже звонит, третий день, вот пошли. Не могли, все. Я на трудоустройство ходил. А сказали только по компьютеру. Я обычно не выхожу, я дома сижу. Скажите, пожалуйста, вы просто на прогулку вышли или как? В аптеку. Ну, у нас уважительная причина. В МТС нужно срочно сходить. Что-то интернет завис. В отпуске. Дома сидим, только по делам. Телевизор, интернет и все.